1 июня по улице Нурсултана Назарбаева исключены разрывы дорожной разметки. Теперь для въезда или подъезда к намеченному пункту с противоположной стороны дороги необходимо развернуться на перекрестке. С какой целью нанесена двойная сплошная, узнала моя коллега Мадина Нуркина. В Петропавловске за последние годы значительно выросло количество транспортных средств. Как следствие, увеличились случаи аварийных ситуаций. Для того, чтобы этого избежать в будущем, по улице Нурсултана Назарбаева максимально исключены разрывы двойной сплошной линии разметки. Также за 3 дня пропускная способность по этой улице значительно увеличилась. Сотрудники департамента полиции Северо-Казахстанской области просят жителей города отнестись с пониманием к данному изменению, так как это делается прежде всего для безопасности населения. Сегодня мы на этом участке исключили более 40 разрывов. Протяженность этого участка составляет 3,8 километра. На 3,8 километра, если в суммарном количестве складывать, получается, что через каждые 100 метров был разрыв. Мы эти все стихийные разрывы сократили, оставили 9 существующих разрывов. Также на этом участке у нас присутствует 10 перекрестков, оборудованных светофорными объектами. Прошу вас, убедительная просьба принять это с пониманием данные изменения организации дорожного движения. На встрече также присутствовали представители организации общественного транспорта с предложениями увеличить количество разрывов по улице Нурсултана Назарбаева. На данный момент сотрудники департамента полиции отслеживают и контролируют ситуацию движения и уверяют, что мнения жителей будут учтены. Вот, например, рассмотреть возможности, да, действительности вот этого разворота налево на светофоре, да, который создаст сложности. То есть нам нужно сейчас, скорее всего, рассматривать те моменты, которые в дальнейшем создают проблемы. Аналогичные изменения планируются и на других улицах Петропавловска. Абая, Интернациональный, Жамбыла Жабаева, Ярослава Гашика и Карима Сутюшева. Мадина Нуркина, Раимбек Бегужаев, служба новостей.